выходите с Комсомольска, днем с вами балакает, а ночью вас расстреляют. И все. Спасибо дуже велике загону Донбас, який нас витягнули. І Красний Крест там у Комсомольське. Хлопці, грубо говоря, вони потім вона наших двох ранених, ми її передали. Нас витягли. Винесли двох ранених, передали їх. Тут. Молодець, вона відправила. Там все горіло, все горіло. Некоторі автомати не принесли, хто не змог принести. Там просто різні случаї були. Якщо розривало на глазах хлопців. Просто розривало. Там реально нам не було проти кого. Проти міномета града. Що ти воювати? Коли вони за декілька кілометрів, десятки кілометрів стоять. Проти кого? Піхоти я не бачив. Ворога взагалі бачив? Не бачив. Не бачив я ворога. Я навіть ні одного патрона не вистрілив, бо то, що в воздух стріляти нема смислу. Ніхто нічого нікому не сказав, не об'яснив, не розказав. Я понимаю, что солдату не нужно знать окончательный пункт, мы с этим не спорим. Но когда мы остались безо всего, нету ни карты, ничего. Ориентировались по звездам и по посадкам. Карты не было ни у кого. Куда идти, в какую сторону, где мы сейчас находимся, мы этого не знали. Еще до того, как вышли на марш, мы повынимали все батарейки с телефонов. Если, не дай бог, кто-то нажимал тангенту рации, тут же в это же место прилетала мина. Так что связь, о связи никакой не могло быть и речи. Мы собрались, человек 14, группа, двоих раненых, и пошли в сторону Комсомольского. Хотя не знали, куда мы идем, мы пошли вдоль посадки, где должны были собираться. Или их. Потом разведчики ушли на Комсомольское, привели гражданского одного на машине. Он вывез этих раненых в местную поликлинику. Ну а потом пошли через Комсомольское гуськом друг за дружкой, прикидываясь русскими. Нас вывезли поездами в Дніпропетровську, наскільки мені казали, область. А тоді ми на броню, на нашу техніку сіли, і ми 4 дні каталися. Нам навіть ні поспати толком не можна було, ні поїсти. Їсти було, хватало нас, не заперечую цього, але ми не вспівали поїсти. Група попала в засаду, був нанесений масований вогонь. Реактивных систем залпования огня «Град» с использованием минометов. Группа понесла определенные потери и вышла с поля боя после отдачи, соответственно, распоряжения. На данный момент мы не располагаем информацией, скажем так, у нас нет данных, погибли и не погибли порядка 21 человека. Потому что с этих 21 человека человек 12 выходило на связь, то, что они одни в Мариуполе, часть из Донецка. Но возможности пока, скажем так, вытащить их сюда пока у нас нету. То есть в телефонном режиме они находятся там. Задача, значит, скажу так, задача ставится всегда напрямую командиру, дабы не было утечки информации. Не будем скрывать, что мобильные телефоны есть у всего личного состава. Мобильные телефоны многие слушаются, исходя из скопления личных. Они у нас прошли боевое слаженное, но люди реально никогда, мы же не будем всех людей под грады сажать. Человек попал под огонь, понятно, чувство неудовлетворенности, чувство даже какого-то предательства ему присуще. Сейчас по всем этим вопросам разбирается, проводится служебное расследование, командир группы. Дезертирство никто не закидывает, вопрос отвода группы был согласован с вышестоящим штабом. Ребятам это сказал, они не дезертиры, был приказ на отвод группы с целью восстановления боеспособности. Нас виводив один чоловік. Поки не скажу, хто. Я просто нас кинули на призволяще. Просто ми не знаємо.